Эта замечательная идея возникла у комиссии по делам молодежи при общественном совете города Вологды. Нам захотелось создать что-то новое, интересное для всех вологжан, и в том числе, чтобы это было полезно. И такая идея аудиогида по Вологде «Кружок» у нас пришла в голову, и мы ее решили реализовать. Мы выбрали маршрут 16-го автобуса, так как это маршрут протяженностью по всему городу, включая от улицы Дальней до ПЗ, где мы можем рассказать о всем городе, показать его красоту, историю, достопримечательности, интересные факты, чтобы жители и гости города узнали лучше наш город и даже что-то, может быть, новое для себя подчеркнули. И первый наш аудиогид о истории, о названии остановочных комплексов, как оно пришло, почему этот остановочный комплекс называется именно так, да, остановка. И время поездки становится более увлекательным, интересным, полезным. И проект мы планируем дальше развивать, реализовывать и тиражировать на дальнейшие маршруты. В дальнейшем, я думаю, мы будем только развивать этот проект и придумывать новые форматы, соответственно, чтобы люди узнали об архитектуре, об истории города нашего еще больше. И, соответственно, мы хотим привлечь еще наших звезд местных, чтобы они участвовали в озвучке, и все мы могли услышать и, главное, узнать что-то интересное и новое для всех нас, для жителей города Вологды, о нашем любимом городе.